А сейчас время самых коротких новостей в программе. Воспитанница Клинской студии «Дива» привезла победы со всероссийского чемпионата по полуспорту. Элина Дианова стала первой на воздушном кольце и завоевала третье место в номинации «Полуспорт», то есть акробатика на пилоне. В Высоковске прошли веселые старты для взрослых. Любители спорта соревновались между собой, бегали в ластах, гоняли мяч и передавали эстафету. Одним словом, повеселились. Экспромту под руководством Марины Комиссаровой 35. По этому поводу народный хореографический ансамбль устроил юбилейный концерт. Майдановский ДК был заполнен. Зрители увидели самые лучшие яркие номера. В библиотеке на Бородинском проезде открылась персональная выставка Ярослава Ступина. Молодой клинский художник показывает свое творчество с разных сторон, от эскизов до серьезных работ, выполненных вместе с Сергеем Андреяки. Посмотреть выставку может любой желающий. Вручение медалей в честь 70-летия Победы прошло в Клинском доме-интернате. Заслуженные награды ветераны получили из рук начальника Клинской соцзащиты и штаба ОМВД. После торжественной части ветеранов ждал концерт и праздничное чаепитие.